При производстве работ Алексей, представитель подрядной организации «Гарантстрой», обнаружил очень удивительную находку. Расскажите, пожалуйста, Алексей. Ну, при демонтаже этажного щита начал выдергивать деревянный короб, и при его демонтаже нашел чью-то, ну, как сказать-то. Кто-то спрятал старые советские деньги. Они прямо вот так вот лежали, да? Да, они прямо здесь лежали. Вот. Покажите, пожалуйста. То есть это деньги, это 25 рублей 61-го года. Очень интересно. Всего сколько купюр? 50 рублей, 2 купюры по 25 рублей. 2 купюры по 25 рублей. Ну, я вас поздравляю. Может быть, это будет, эта находка станет, я не знаю, будущим каким-то кладом для вас. Что планируете делать с деньгами? Ну что, не знаю. Отдать их в музей, наверное, лучше. Проще всего. Чтобы они сохранились, да? Да. Кому-то будет приятно потом посмотреть на все это. Какие были раньше советские деньги. Действительно. По 25 рублей.